Такими темпами, мне кажется, я не доеду туда, куда мне надо. Что? Да вы классно выглядите. Спасибо, спасибо. Какие-то подозрительные взгляды такие, особенно у тебя такой с подлоги. Слушай, а я вам сейчас вот пару слов скажу. Есть же такая возможность, да? А это лесбиянское кольцо. Да. То есть вы... А вы лесбиянки? Да. Офигеть. Я, слава богу, не лесбиянка, и тем более уж не пидор. Ну, в смысле, не гей, это же у вас по-другому называется. А смотри, нет. А я все... Ну, у меня вообще как бы... Подруги, да, если... Нет, смотри. Я знаю, что чуваки носят там где-то что-то там. Ну, то есть у них там своя какая-то фигня. Вот на большом пальце женщины это лесбиянка, да? А на правой руке это, то есть ты главная, короче. А ты пассивная. Ну, на самом деле это не так, можно еще раз сказать, типа, занятая на правой, а на левой свободна. Ну, слушай, это, а как так? Но есть же нормальные мужики, вы не теряйте надежды, они есть. Как минимум, хотя бы один это я, ну, то есть... Вы? Да. Все себе... Не, смотри, знаешь, какой... Не, я по факту говорю, смотри, какой прикол, что... Как бы вот в порнухе лесбиянки красивые. Вот там реально думаешь, бля, вот это да. Сейчас, это важно, дай договорю. А в жизни я видел вот лесбиянок, они такие, короче... Они такие мужеподобные какие-то, коротко стриженные такие там, вкачанные. Ну, то есть в них женственности нет вообще, а вы какие-то, ну, на удивление, симпатичные лесбиянки. Как так-то? Слушайте, а вы с мужиками вообще не практикуете или что? А если это будет классный парень, типа меня, и мы втроем встретимся, как... Я сейчас не про секс. Ну, там, мало... посадили просто. А, вам еще нет 18, нет, что ли? Нет, 15. Как так-то, блин? А мне 20. А, вот, да, вот так вот не посадили бы. Не, ну у меня принцип, как бы, значит, будем с тобой общаться. В смысле? Как тебя зовут? Почему с ней не общаться? Нет, ей 15. И как? Что? А как тебя зовут? Меня Юля зовут. Юлечка, меня Вова зовут. Приятно. Ну, тебя мужское рукопожатие. Слушайте, ну, Сашечка, меня Вова зовут. Но у вас уже все безнадежно, вы лесбиянки, да? Нет. Смотри, если... Не бывает никогда все безнадежно. Если бы вы были, я считаю, что из тебя получится отличная жена, там, не знаю, мать чьих-то детей и так далее. Не, нифига не так. У тебя вот эта штука все равно сработает. Слушай, если у тебя один был мудак, извини, он за... был не мудак. Ну хорошо, если он... Он был охуенный, честно, до сих пор для меня лучший мужчина. Ну, а почему тогда? Потому что я дура. Короче, смотри, если бы вы обе были взрослые, то я бы с вами замутил, но это перебор, 15 лет. О, в смысле? Мы тебя даже не согласили. Юлечка, давай телефон, я тебе позвоню как-нибудь. Зачем? Ну, наберу, там решим зачем. Нафига мне это нужно? Ну, мне это нужно. Нет, смотри, получится, получится. Нет. Пообщаться или что? Пообщаться. Пообщаться. Пообщаться интересует лесбиянку. Да. Просто много друзей, которые. Никогда. Я не дружу с девушками, никогда не общался с лесбиянками, поэтому. Давай попробуем. Может быть, найду время записывать. Может быть, найдешь. Да мы уже все решили, что-то. Будем звать их. Где ты, Иван? Ты очень такая, конечно, какая-то перевозбужденная. Да, она всегда такая. Юлечка, она да? Она эмоциональная, да. Сейчас, дозвониться до тебя. Слушай, ну ты такая прям секси, и лицо у тебя прям такое красивое. Я знаю, спасибо. Все, я пойду, короче, давай прощаться. Как тебя зовут? Меня Вова, Вова зовут. Так, ты чё? Не надо меня обнимать, сумку, конечно. Не забудь свою.